Да. Самое пекло нас кинули, перебросили. Офигеть. И я тоже так хочу кататься. Не понял, вот он. По-моему, это он за мной следует. Свечки какие? Церковь, что ли? Реставрация. Да то сюда бомбанет ракета. Мы все тут взлетим. Куда тут полез-то он? Непонятно. Task Force. Юрий. В какой машине он будет? Они постоянно меняются для безопасности. Пока он не вылезет, мы не узнаем. Ты как-то очень много знаешь о Макарове. Альфа-1, проверка связи, прием. Браво-1, все в порядке, мы на позиции. Хорошо. Комаров наши глаза и уши в этой гостинице. Мы начинаем действовать по его сигналу. Видишь что-нибудь? Нифига я не вижу. Похоже, Макаров опаздывает на собственные похороны. Не высовывайся, пока не сможешь точно попасть. Потом стреляй сколько угодно. Хватило бы одной пули. Так. Хорошо. Очень круто. Сейчас мы будем долбить со снайперской. Внимание! Приближается колонна Макарова. Вижу. Четыре бронированных транспорта. Макарова пока не видно. Бабах! Так и что-то нажать. Против гостиницы. Какие-то фонарики. Ты его видишь? Ага. Вот он, гад. В третьей машине. Зараза. Кажется, он смотрит прямо на нас. Тихо, сиди смирно. Теперь они заезжают в гараж. Ладно, Комаров, начинай. Комаров, ты меня слышишь? А что делать-то? Наверное, забыл включить. Гостиницы. А вот и он. Комаров. Ну да, конечно, наш тур всегда должен забывать микрофон. Просто понял, что про план про провальный и не решил. На балконе, да там, по-моему, вообще капец движение. Вместе, Юрий. Ты первый. Двоих сразу. Помогаем ему. Благо, патрон бесконечно. Наверное, перезаряжаться, не знаю, нужно, нет. Что за бред? Прайс, кто это такой? Комаров. Прости меня, Прайс. Прости. Капитан Прайс. Обалдеть. Да вроде успели выпрыгнуть. Не должно нас поранить особо. Соу, братишка. Прайс откуда-то вылез. А еще кто-то должен быть. По-моему, мы не только... Мы же не с ними втроем. Ну давай, говори, пока ты не сдох, что он там тебе сказал. Обалдеть. Валим. От целого
от целой армии. Втроем, да вдвоем. Да он один отстреливается от целой армии. Вообще пофиг, да? Чё, дым кинул? Ну это правильно. Уходим, уходим. Быстрее, быстрее, куда? Вот. Ищи аптечки в этом доме, бляха-муха. Так, пушку хотя бы мне какую-нибудь дай. У меня вторая голова выросла, да? Просто подлатай меня. Верни меня в дело. Здесь опасно. Надо уходить. Идем. Нам нужен Николай. Выбраться отсюда. У него есть пистолет, а у меня не было. Ну ладно. Зачем? О, вот эта пушка, по-моему, хорошая, нет? Ща, нет? Не, это долгая перезарядка. Там какая-то другая была. О, я думал, это нашего завалили. Дикий зажим. Держу, держу, я их вообще не подпускаю даже. Куда пошел, а? Огонь на подавление. Чё, руки вверх? Кому сказал? Мне? Так, я не понял, куда они ушли? А, вот. А то я уж подумал, без меня убежали. Чего так медленно? Я уж все расчистил. Да ёп! Бутон нажимаю. О, дигл. Дезерт. Дезерт игл. М4А1. Это М4? Обалдеть. Ладно. Им, наверное, видней. Нормально. Я вроде разбираюсь, как могу. Соп, красавчик тоже. Вроде кое-как стоит на ногах, а дела-то делает. Да ёп. А чё это вы открытые? Я тоже человек. Надо тоже прятаться. А, по-моему, их уже меньше стало. Чё? Никто своих не будет бросать. Ну я просыпаю. А ну стоять! Так, тут пополнить боеприпасы можно, нет? Какой у вас? Не... А, машина, что ли, берет? Или что там? Так, это у нас. Почему нельзя подобрать? Может, нет, это вроде не такая, как у нас пушка. Вроде АК-47, да? Да что там за мясо? Вот это пипец. Чуть не завалил повстанцев. Или что он там сказал? Юрий!
Да говорит уже. Эх, да, вот так вот. Эх, бедолага, я тебя тоже не забуду. Ладно, погнали, куда нам? Где тут ой, бляха муха. Ах ты тварь! Ты чё, вообще офигел? Какого это было? Припять, Украина. Припять. Захаев не забывал о том, что мы тогда сделали. Награды мы получили власть. Но власть развращает. Выполняй. Давай. Отправить в небытие несколько тысяч человек одним нажатием кнопки. Чё там, ядерный взрыв, что ли? Ну да. Не война, а чистое безумие. Ясно. Ты. Как ж так-то? Чё, мне на голову встал или перешагнул? До лифта добрался, самое главное. Ни слова по-русски. Ни слова по-русски. Так, как я живой? 2016 год. Пистолет бери. Во, молодец. Ну бери ты уже, ёпросыты. Так, куда идем? Вот сюда. Так, самое главное попасть. Ай-ай-ай, давай. О, нормально. Блин, да это капец. Патрон нету. Я был русским солдатом, а не убийцей невинных. Но для него это значило, что я теперь враг. Ты как-то вообще живой? А, ясно.